Ах, какие красивые подарки! Я так люблю Новый год! Интересно, что же там внутри? Да чего же у нас замечательная елка! Как же я люблю Новый год! Да-да, я тоже люблю Новый год. Правда, Дед Мороз еще никогда не исполнял моих желаний. Обычно он оставлял под елкой полезные вещи, одежду, книги. А я мечтаю... А вот мне мама сказала, что Дед Мороз обязательно исполнит мое желание. Подарит фарфоровую куклу. Помнишь, ту самую, которую мы видели в витрине магазина игрушек? Не получишь ты эту куклу. Это еще почему же? Потому что я ее заслужила. Я о ней так мечтала. А вот и нет. Наверняка мне ее уже купили. Так что она моя. Но оставайся здесь одна со своими подарками. Может, это не будет таким уж плохим поступком, если я открою один подарок? В канун Рождества в старинном городе снежные хлопья мягко ложились на крыши домов и булыжные мостовые. Чего же горланить рождественские песни? Лучше бы пели за деньги, хоть какая-то была бы. Думаю, вы завтра совсем не собираетесь являться на работу. Я бы хотел пораньше уйти, завтра Рождество, сэр. Ладно, но заплачу только половину. Денежки мои ненаглядные, денежки мои. Наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться. Какая честь, что им счастливого? Дядюшка, по какому праву вы так мрачно настроены? Какие у вас основания бьюгнума? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты? Много тебе было проб от этого Рождества. Много ты на нем заработал! Но, дядюшка, Рождество – это же не милосердие и доброты. Когда люди свободно раскрывают друг другу сердца. Да, на Рождество у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, но я верю, что оно приносит мне добро и будет приносить добро. И да здравствует Рождество! И вообще-то я пришел, чтобы пригласить вас на рождественский обед в кругу семьи. Чушь ваш рождественский обед! А теперь убирайся, не мешай мне работать! И забери свой венок! Счастливого Рождества, вам! Мы из благотворительного общества собираем деньги для сирот и бездомных. Хотим, чтобы у них тоже было Рождество. Мы еще хотим купить много теплой одежды, ведь выдалась холодная зима. Надеюсь, вы понимаете, что если я дам деньги для бедных, они уже перестанут быть бедными. Еще мы хотим, чтобы все были рады в Рождество и имели хотя бы кружечку горячего шоколада. Но если это денег для бедных, они уже перестанут быть бедными. Вы же тогда лишитесь работы. Ой, не заставляй себя так поступать. Да еще в канун Рождества. Мне некогда. О, куда катится мир? Работаешь, чтобы заработать побольше денег. А тут являются люди, которые хотят, чтобы я им все отдал. Вот и часы спешат тоже. Ладно, Боб, можешь идти. Но завтра вернешься пораньше. Спасибо, сэр. Вы так добры. С Рождеством вас! Чушь все это! Кто здесь? Чушь. Какая чушь? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Я дух твоего прошлого, Скрудж. Собирайся, пошли.
Я никуда не собираюсь идти! Не упрямься, Скрудж! Нужно кое-что вспомнить! Пойдем. Я был сильно влюблен в эту девушку, но я потерял ее любовь. Ах, Скрудж, что с тобой стало? Ты стал таким угрюмым, таким жадным, совсем разучился улыбаться и радоваться жизни. Теперь ты поклоняешься иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. И это божество – деньги. Разве я не видел, как все твои благородные поступки погибали одна за другой? Только страсть к наживе завладела тобой полностью и целиком. Что плохого в том, что я наконец поумнел? И, кстати, ты забыла внести оплату за ваш дом в этом месяце. Я могу пожелать только тебе счастья в этой жизни, которую ты выбрал для себя. Скажи, дух, что все это значит? Прости, Скрудж, мое время в этом мире истекло. Прощай и не совершай ошибок. Дух, где ты? И зачем ты здесь? Я дух настоящего. Я здесь, чтобы показать тебе, Скрудж, то, о чем ты уже давно забыл. Что это? Это обычная семья, которая готовится к Рождеству. Нет, Скрудж, это не обычная семья. Присмотрись внимательнее. Это Боб Крэджет, твой помощник. А вот и его семья. Спасибо, конечно, мистеру Скрудж за то, что отпустил меня пораньше. О чем ты говоришь, Боб? Он платит тебе копейки, в то время как ты работаешь на него целыми днями. Посмотри, мы еле сводим концы с концами. Пусть провалится старый скряга сквозь землю. Не говори так. Папа, спасибо тебе за елку, она такая красивая. Я видел на кухне угощение. Спасибо, мистеру Скрудж. У нас будет чудесное Рождество. Правда, папа? Конечно, только говорите чуть-чуть потише. Малышка Тина только-только уснула. Папа, а Тина поправит? Конечно. В семье растет малышка Тина, но, к сожалению, она очень больна. Если у нее не будет достаточно еды и лекарств, то ей не суждено пережить эту зиму. Боб вынужден много работать, чтобы она поправилась, но это дается очень нелегко. Странно. Раньше Бог никогда не рассказывал о своей семье. Дух, где ты? Дух, где ты? Кто ты? Я дух будущего, и твой конец совсем близок. Твое время на земле истекает. Ты жил, не думая ни о ком, и теперь ты сам никому не нужен. Нет, послушай, я хочу все исправить. Нет, дай мне еще один шанс. Твое время истекает. Ты был слишком жадным и алчным. Твое время истекает. Нет, умоляю, дай мне еще один шанс, умоляю. Твое время истекает. Умоляю, дай мне еще один шанс. Твое время истекает. Мишки мои ненаглядные. Мишки мои. Я могу пожелать только тебе счастья в этой жизни, которую ты выбрал для себя. Мишки мои ненаглядные. Да, но дядька, Рождество, это же не милосердие и доброты. Когда люди открывают свободно друг другу сердца. Ти, ты снова живой? Мне дали еще один шанс. Ой, мне столько дел, я ни за что не пропущу это рождественское утро. Дорогие дамы, с Рождеством вас. Вы просили денег для обеда? Прошу, не стесняйтесь, дайте все, сколько хотите. А после Рождества приходите, мы с вами обсудим строительство новой школы. Фред, старина, твое предложение все еще в силе? Да, конечно, мы ждем тебя. Я обязательно приду, ведь Рождество – это время делиться и радоваться. Дядюшка Скрудж, что вы здесь делаете? Сегодня Рождество. Именно поэтому я здесь, Боб. Что это? Это невероятно, я не верю своим глазам.
Может быть, вы удивлены, но перед вами новый Скрудж. Я хочу, чтобы у меня тоже были праздники и люди, которым бы я был бы нужен. Поп, старина, позволь мне помочь твоей семье. Я с радостью оплачу учение твоих детей и лечение малышки Тины. Дети, сюда! Привет, Лиза! С наступающим тебя Новым годом! Держи, этот подарок твой! Давай больше не будем ссориться! Аня, ты вернулась! Извини меня, пожалуйста! Я не хотела тебя расстроить! И знаешь, Анечка, я тоже, есть для тебя подарок! Это что, та самая кукла? И она теперь моя? Конечно, твоя. Я ведь чуть-чуть помогла Дедушке Морозу исполнить твое желание. А играть мы всегда можем вместе, правда? Конечно, мы же ее так обе сильно хотели. А играть вместе веселее. Спасибо тебе, Лиза. И тебе спасибо. А еще спасибо старой рождественской истории.